Салютасьон, дорогие друзья, с вами Дода и игра Мини-Метро. Итак, продолжаем. Итак, что у нас на сегодня? Сингапур. Да, после вчерашнего Вашингтона... Ну, не знаю, после прошлого Вашингтона как... Ну ладно, давайте, не будем гадать, поехали. Сингапур. Карта интересная, насколько я помню. Ну, посмотрим, что получится. Станции маленькие, переполненные. Ну, собственно, это Сингапур, что еще ожидать? Но зато много линий. Так что будем надеяться. И мостиков дали сразу целых 4. Один мы уже это использовали, ну вот. Вообще бред какой-то, подождите. Вот, вот так давайте сделаем. Во, вот так получше. Так, вот это я хочу линию вот сюда, если что. Подключить. Локомотив и линия. Давайте вот так попробуем сделать. Так, тут вот так вот подключаем. И жду я, когда вот на этом острове появятся какие-то станции. А, они однозначно появятся. Вот так давайте сделаем. Судя по всему, на красную линию уже совсем скоро придется запускать дополнительный поезд. В принципе, уже сейчас. Отлично, давайте вот так сделаем. Вот так лучше. О! Так, ну это не страшно. Так, локомотив и у нас линия уже есть, так что давайте вагон. И сразу его вот сюда и запустим. Рассчитываем на худшее, сразу готовимся к худшему. Обязательно. Никак иначе. Если что, есть еще одна линия и... Оу. Еще есть одна линия и один вагон. Вот так давайте сделаем. Впрочем, давайте напрямую. Локомотив и вагон. Немножечко не справляется у нас оранжевая ветка, что, впрочем, неудивительно. Но зато сейчас она настолько мощная, что у нее уже можно и продлевать достаточно далеко. Что является, естественно, большим плюсом. Так, ну тут давайте вот так сделаем. Так, ну что, пока справляемся. О, пауза.
Ну, вот так давать только, разве что. Ничего больше другого в голову не приходит. Пока что так. Так, у нас есть раз остров, вот два острова еще. Вот тут вот что-то может открыться. Так что, хорошо, что у нас пока что есть тоннели. Но, наверное, надо будет уже сейчас брать линию, да. Давайте линию возьмем. Потому что мало ли что, придется издалека брать линии. Да, но это просто издевательство над окружающими. Так, есть вариант вот красную линию вот так и вот так продлить. Есть вариант вот эту линию вот сюда продлить. То есть либо вот так, либо вот так и вот так. Ни один из этих вариантов мне не нравится. Может, вообще оба варианта оставить? Ну, красная линия чересчур сильно рассеянется, да и в зеленой просто не хватит сил. Ладно. Оставлю вот так. Получается, красная линия здесь соединена и там соединена. Так. Ну все, Валера, как говорится, настало твое время. Вот так. Хотя, ну давайте тоже, да, в квадрат ее подключим. Вот так. Ну и, собственно, все. Да, поехали. Поехали. Зеленая линия, синяя линия исключительно для того, чтобы вытаскивать квадраты вот сюда и вот эту линию обслуживать. Спасибо за обилие квадратов здесь, но они мне как-то ни горячо, ни холодно от них. Говорю откровенно. Так, получено достижение там какое-то. Написано на китайском, так что не могу сказать, что это было за достижение. Так, красную линию отсюда точно отключаем, потому что у них просто не хватает времени. Тут они уже забиты. Не хватает времени на то, чтобы успеть объездить все. Так, локомотив и линию. Давайте линию. Так, проблема этого мира в том, что здесь после красной нету треугольника. Так. Вот так давайте попробуем сделать. Чтобы не накапливалось. Может, малиновую линию вот туда продлить? Смысла нету. Нам нагрузку здесь снимало. Хотя зачем ломать то, что уже и так хорошо работает? Ну ладно, посмотрим. Что и как получится. Пока могу сказать абсолютно точно. Вот так давайте сделаем. Так, опа, проблема. У меня мостов не хватает.
Вот так тогда. Вот так давайте сделаем. Он мне предлагает два моста, ну ладно, я уже без мостов и пошел с вагонами. Хотя, господи, почему я же не сделал мост, у меня же вот еще остров-то. Ой, дурак. Ладно. Так, Хьюстон, у нас проблема. Так, стоп. Вот так давайте, да. Попробуем здесь сделать так, чтобы они к квадрату подъезжали. Так, мы за 1000 перевалили, это уже хорошо. О, вот это прям подарок. Обидно. Ладно, давайте вот так оставим. Тогда вот тут вот квадрат поедете транзитом, да. Чисто с квадрата будем забирать тогда. Синяя ветка быстрее. Так, вот что давайте сделаем. Дополнительно, а сюда вот так посадим. Во. Почему ты не взяла-то? Алло! У тебя крест единственный, ты почему не полностью-то поехала? Возвращайся обратно. Да просто халтура чистой воды. Ну, этот, я не знаю, она, по-моему, всех не уместит тут. Да, она всех не уместит тут. Успел просто впритык. Но это очень плохо. Потому что надо же вот на эту линию. Вот на эту линию нужно. Да ладно, опять? Серьезно? Да, но это проигрыш. Увы. Увы, это проигрыш. 1047, ну, не знаю. А что там по стат-данным? Так, я хоть открыл следующее? Да, ну хотя бы карьера открыт. Ладно, что тут? Топ 45% всего лишь? Жестко. Очень жестко. Но что-то я не знаю, что-то она там перегружена так. Не знаю, почему-то я не хочу играть в Сингапуре, так что... Давайте-ка на этом, наверное, с вами закончим, потому что что-то всем все очень сложно. Используя не более одной кольцевой линии. А если я вообще ноль кольцевых линий использовал? Ладно. Давайте, в следующий раз у нас будет Каир. Не очень хороший. А вот дальше Стамбул, Шанхай, Гуанчжоу, Мумбаи, Окленд. Вот это будет поинтереснее уже. Вот. Так что все. Ладно, давайте мы с вами на этом закончим. Серия получилась короткой. Но не знаю, что-то не могу... Не понимаю я что-то Сингапур абсолютно.
Вот как с Сеулом. То есть, ну, если Сеул я там хотя бы попытки делал, то тут я даже не вижу смысла. В принципе, 1347 это больше, чем в Сеуле, больше, чем в Сан-Паулу, ну и больше, чем в Монреале. Так что... Ну и за Вашингтон я думаю, что вы меня простите. Так что ладно, все. Давайте на этом закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК, ссылочка в описании. Ну а с вами был Додо. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.